Прием, прием, здорово всем, с вами Heal Hearts, Death Must Die. Не знаю, какая серия, птичка напела, птичка это Famerfall, за что ему больше еще благодарны, что здесь обновление. Разработчики выкатили целый roadmap. И это первое обновление, сейчас, секунду, сейчас, фильтр. Это первое обновление, получается, в сентябре будет еще одно огромное обновление с новой локацией. Много всего интересного из того, что я нашел, здесь вот какой-то тревелер есть. Вот это не знаю, что такое старый таблет. Ну, деньги есть, давай что-то лутать. Что это? Абсолютно не понимаю, что это значит. Давай все откроем. Что это дало? Я без понятия, дамы и господа. Ну, деньги есть, давай все откроем. И какие-то сундуки есть. Что-то поменялось? А ничего себе, это дорого. Что делать теперь? Может, теперь на карте что-то будет появляться? Они что-то много всего интересного переделали, насколько я помню. В патч-ноутах можно все посмотреть. Мой персонаж вроде как прокачан максимально. Давай вообще все глянем, что тут интересного есть. Интересного и новозавезенного. Здесь у нас вроде как ничего нового нет. Посмотреть стоило. Не посмотришь, не узнаешь, как говорится. И вроде как, к сожалению, ничего. А, вон! Это вон, это стэши, оказывается. Ёлки-палки. Я купил, не знал, чего купил. Ладно, а что еще мне интересного дали? И библиотеку сюда перенесли. Что, наверное, удобно. Ну и пойдем на карту глянем, что у нас интересного открывается. Стоп, не, подожди. Это очень слабый ран. У меня персонаж вообще максимально прокачан. Давай самую большую сложность выберем. Сорян, забыл. Не-не-не, нам вот сюда надо. Вот так надо менять. И тут максимально 45-е. 55-е, офигеть. Тут он сейчас быстро победят. Так, автоатак. Уж нифига противников миллиард уже. Только начали, а уже балдеж. Что-то будет изменяться в нашем основном прохождении. А давай, наверное... Рампак-атак. Не знаю, насколько это хорошо. Ну, возьмем лучше, чем не возьмем. Я уже по ощущениям урона не хватает. Enemies life. А это возьмем. Сильно стараться не буду. Сольемся, так сольемся. Necromancy. Давай, наверное... А это возьмем. Наверное, Джемини не хочу, наверное, хочу шанс крита. Атакует персонаж весьма быстро. И тройной урон было бы очень кстати. Хотя, знаете что, надо было заморозку, наверное, брать вообще. Было бы самое хорошее решение. Chain Lightning. А, это мне нравится такое, люблю. Фига себе, скелетов миллион миллиардов уже вылезло. Сдается мне, что эти работяги будут мне помогать. Кстати, не помню, тут же какой-то у меня есть баф, что очень много страйков работает. Солстилеры сюда берем. Типа шанс очень частого их выстрела, вроде как. Могу ошибаться. Ну вот, элитники меня просаживают. О, доллары сюда засасываются. Соулстиллеры. Давай соулстиллеры возьмем. Аура страха мне не очень нравилась, я когда-то брал. И это не то, чтобы я хотел брать. Слушай, ну хотя высекают весьма и неплохо. Что-нибудь элитное, экзекьюшн. Ну давай возьмем. А так у меня еще и хп реген. Или нет, или есть что-то непонятное. Ого, нифига себе, они морозят. Я что-то и забыл, что они так умеют. Давай возьму вот этот шанс. Chains of War. Да давай возьмем. Хотя, зря, наверное. Уже поздно.
Мастер, давай оффер. Выглядит недурно, знаете ли. Ничего не хочу говорить, но билд какой-то экстремочный получается, по-моему. Может быть, мне только кажется. Но элитники объективно подойти не могут. Какая-то жесть получается мощная. Слушай, ну прям удаляет. Прямо-таки недурно. Прям вообще какая-то машина для перерабатывания. О, нифига себе, такого раньше не видел. Самонов у нас очень много. Вот FPS-ов не очень. Давай Chain Lightning. Не совсем понятно, кто мне успевает дамажить. Видно, интересно боссов посмотреть, как я буду удалять этой штукой. И буду ли вообще. Блейды мастерские. Слушайте, ну мастерские почему не взять? Мастерские обычно не ошибка. Возьмем, попробуем, а дальше уже будет понятно. Жительный кактус, почему нет? Даже детей побеждаем, что творится? Страйки все заняты. Отстой. И не сказать, что они прям мощные. Кошка, лежи, пожалуйста, ровно. Что ты дергаешься? Может, автоатаку улучшить имело смысл? Муки выбора знаменитые. Что-то скорости движения очень мало стало. Да не надо драться со мной. О, 30 мс отсюда. Но это временно, скорее всего. Было бы слишком хорошо, будет это на постоянку. А, противники просто экстра опыт дропают. Не идеальный бонус, который я мог взять, но ладно, надо было внимательнее читать. Давай рампага, так хотя Bloodlust надо было взять, тупанул, но уже поздно. Уже поздно. И Васьона дали, и это пригодится. Пуларя, давай Пуларя. Я вообще буду всю собирать, что только увижу в радиусе действия. Кто на нашего чемпиона попытается прыгнуть? По-моему, кошки-убийца, если я не ошибаюсь. Нифига себе, Вейжен работает. Тупо на все деньги. Шай высекает только в путь. Я не думаю, что настолько резко они будут дамажить. Ты смотри, что творят эти кошки. Урона категорически не хватает. К такому я был не готов, честно скажу. Либо надо прям на кошку прыгать, чтобы высекать ее рампагом. Хотя он не то, чтобы прям сильно дамажит, знаете ли. Да, кошки-убийцы выходят. Пусть они сами ко мне прыгают. Не вижу необходимости бычить на них первым. Ну... Не идеально, но справились с кошками. Знаменитые безумные кошки. А, я от удара вроде хилюсь шансово. Если я верно помню. Ух, ни хрена себе волчара напал. Чё творит собака? Я опасный малый, не иначе. Еще один. В команде решили нападать на Владоса. Так, что-нибудь хорошее. Давай инфлюенс. Инфлюенс, точнее. Не уверен, я плохо в английском. Вроде пытается лайфстилить, но не идеально. Оп, очень вкусные фруктики. Которые немножко полечат нашего чемпиона. Ну, босса ждем и смотрим, сколько будет эффективности. И опять же, я совсем не понял, что я персонажа прокачал вот эти ветки за деньги. С
сундуки, ладно, понял. А что дальше? Какие-то ключи должны падать или не должны? Не совсем ясно. Если вы, разумеется, понимаете, то буду рад почитать ваши комментарии. Слушайте, может быть этот Chain of War очень эффективно ХП отхиливает? Если так, то круто. Так, movement speed, это будет очень полезно. Я вот не помню, есть ли у меня ревайв. На них реально страх работает. Чего-то работяги боятся. О, ну наконец-то хотя бы синяя атака будет, а не белая. Давно пора, как говорится. Так, будет ли босс на 7-й минуте или на 8-й, не помню. На 7-й. Я надеюсь, эта штука его просто удалит, этот вертолетная атака знаменитая. Вроде нормально, мы его просто удаляем. Вообще уничтожаем. Ой, что-то я про свою ХП забыл абсолютно. Виноват. Засмотрелся, честно скажу. Он, походу, меня удалит. Как жить теперь? Ладно, 20 ХП достаточно, чтобы победить. Дебаф на защиту, по-моему, висит. Был ревайв, оказывается, все это время. А сейчас я его удалю уже. Авторитетом задавлю. Слушай, как он так живет? И какой хитрый за миньонов прятается. Может, сейчас дадут бонус? Нет, ничего не дают. Неприятно. Ну ничего не хочу говорить, билд убийцы получился. Я уверен, я смогу на месте стоять сейчас. Да, уже могу. Еще какие-нибудь бонусы взять, чтобы настояние на месте давали бонус. Уж на них реально страх работает, они подойти не могут. Прикольно. Будет вообще феноменальная скорость атаки. Так, это кто тогда может? Я даже не видел, кто мне урон наносит. Или сколько соулстилеров вылетело. Миллионов 15. Нормально эта штука наваливает Chain of War. Прям очень уважаемо. Гайденс, наверное, возьму. 6% всяко больше. В два раза, чем 3. Будет интересно чекнуть по дамагу, кто же нанес больше всего. Из моих обилок могу на месте стоять, по-моему. Кто-то наносит. Кто? Не пойму, кто. Кто дамажит? Я клянусь, не вижу. Походу, кошки были. Офигеть. Так, что у нас, чейнлайдик? Нифига себе она дамажила. Ладно, буду знать. Ладно, такое минорное обновление. Ждем нормальное обновление. В ближайшем будущем будем смотреть, наверное. Диалог обновился, по-моему. Ну, короче, как-то так. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть в хорошие игры. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра.